Лебедка ручная. Данное изделие представляет собой механизм с ручным приводом. В него входит зубчатое колесо, насаженное на вал, и сопряженная с ним вал-шестерня. Концы валов опираются на подшипники. Подшипники вставлены в подшипниковые корпуса. Корпуса подшипников приварены к опорам и закрыты крышками. Опоры соединены между собой связями. Привод осуществляется от ручки. Зубчатое зацепление закрыто кожухом. Thank you.